Ну, вчера, когда мы все это убрали, щепки вот туда вывезли, вон такие куши, посмотрите. Территорию очистили. Ну, я пошел подсчитывать им, посчитал, что по 50 сантиметров полено. А теперь, когда утром встал, я давай считаю, по 50 сантиметров где-то. 38. Я перерасчет сделал. Ровно 20 кубометров. 3,5 этих поленниц. Вот эта поленница одна. Вот она здесь стоит. Вот вторая, вот третья, вот четвертая. А там только полполенницы. И что вы тут сделали, когда остались одни? Чем? Ну, показывайте. Ну вот железом накрыли. Вот. Да, потому что если делать, как вы сказали, там налаживать, чтобы бугорок посредине было, то долго и уже. Да. Темно, холодно. Мы стояли вот эти облокоченные бревна. Я говорил убрать их. Да, мы их убрали, мы их сложили вот сюда. Вот, вот, вот они торчат. Вот. Мы, да, мы из них конек сделали. Из них вода стекать будет. Угу. У нас жести много, это рваная. Ну, достаточно. Не вся вода пойдет. Ну, это действительно. Да дождей можно убрать. Вот. Не привезли это, если бы наши убрали то. Ну ладно. Может быть как-то перетащат. Вот они мои голуби. Это дикари. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Это интересно. Утро ранее, они уже здесь, они у меня живут. И другие прилетают. Их какая-то вертлячка там, что я тогда к своим голубям подселил вот эти вот. Ну они редко, но иногда женятся между собой. Ну и такие. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули, тот прилетный. А это мои, они у меня живут, я их кормлю. Раньше они меня, говорится, кормили, ну я не ем. Вот они где, да иди сюда, иди, не бойся. Вот они, я хочу ему дать, а он, видать, молодой. Вот все, видишь, какие проворные. Ему хоть одну дать. Перед самым носом у него берут, он берет-то какой-то, не то совсем. Ну, ну чего ты, бери, бери, бери. Вот сколько кидаю возле него, он еще неопытный, он не понимает, что на этом жизнь его построена. Ну бери, бери хоть одну-то. Вот рядом прошел мимо, этот все подобрал. И вот интересно, я там сяду маленько, ну как качаюсь, сижу, что-то считаю. Белые голуби начинают ко мне слетать. Эти откуда прилетит, он сразу вплотную подходит, не боится. Я вот кину вот так вот, вот, а, вот так, семечки. А вокруг белое. И он успевает первый схватить. Редко-редко белому достанется. Вот он, тут он еще новенький, он не знает, где взять. Вот он где. О! Проглотил, ну слава богу. На. Видишь, он какой он. Он совсем не видать. Недавно, ну-ка. Исти не может. О, коллега, держи. О, ну и теперь жуланом там даю. Я к тому начал, что дрова-то привезли. Это 20 кубометров. Надо узнать, сколько в городе стоит кубометр. Сколько? И тогда мы это поделим. Ну сколько сейчас сделать? Вот этот перерасчет я сделал, а то я делал на полметра. 38 сантиметров в среднем. Я разные брал поленья. А то, говорит, там мерить. А там вот эта куча, это все из этого. Из самосвала. А ты бы их мерил. Надо мерить, когда здесь. Очищено от всего. И все. Я голубям каждый день лажу. Вот на днях залез, а там голубка. Поврежденная. Гляжу, здоровая, сверху. А что же она не летает? Я поднял, у нее под крыльями все спеклось, и везде кровью. Что там было, не знаю. Или у меня там железо где-то, она неудобно села и чихнула. Ничего не было. Я скорее домой. Сейчас могу показать даже. Пойдем. Хорошая такая. Пошли. Ты уходишь, да? Пойдем, занеси. Игнатий Иванович, Игнатий Иванович, он пошел. Я пойду. Ты пошел? Да. А куда? Да, по делам тут надо починить все. Какие дела? Фотоаппарат починить, там ноутбук надо мне починить. Ну, такое. Ну иди с Богом, давай три поклона и иди. Господи, благослови брата в путь и сохрани от всякого рода зла. И от кого что зависит, расположи к нему сердца людей, да возвратиться с миром.
Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Видишь, какая погода сегодня хорошая. Везде. Пойдем-ка. Морозная. Давай разбудим. Покажи, Никита, как упомнит у нас. Потом повешаю. Вот у меня вешалка моя. Вот это моя, вот две вешалки. Вот, тут прибил одну. А это Володина, два. А это Никитин, три. Две, тоже две. И вот я кому задам вопрос, никто не знает. Вот почему здесь у нас такой крючок-то так? А это мы такой вьюнок купили. И вот туда натянули, и там, и на всю комнату. Много-много-много. И теперь резать стали. Для чего? Закладки. Нам нужно было 3000 закладок. Не 3000, 6. 2000 экземпляров, трехтомника, 6. 6000 закладок. Ну и красная, белая и синяя. Вот. Вон они у меня Новый Завет. Вот я могу даже показать. Света. Вот. Света российского флага. Я этот флаг доказываю, что такого флага не было никогда и не будет. Он божественный. Вот она, видишь, закладки. Мы натянули, а потом резали. Вот закладка. Но это синий не был, тут зеленый поставил. Ты это вместо белой. Вот она. Родились в крови. Беззаконие защит. Синее небо меня так манит. То есть это голубое. Помышляйте о горнем. Ну и великий белый престол. Вот этот венок. Вот они выходят. Где только надо. Вот это красный-то. Открыл, вот она на этом месте. И она, видите, как здесь закладка. Она называется по переплетному лясе. А это вот вверху, которая вот приклеена, это называется каптал. Ну, это вот посередке вот это, что идет отстав. Эта бумага вся у нас офсетная, белая. А снимки это на мелованные, это мелованные называется. Вот, раз это стоит в Орисее, подписано, откуда взято. 230 иллюстра Сигитсава Даре. И вместе с откровением впервые за 2000 лет вышло это. Вот трехтомник у нас. Блаженный Феофилакт, толкование. И здесь же 297 комментариев. Впервые за 2000 лет вышел вот этот труд с откровением. По всем святым отцам. Геннадий Фас выбрал, составил. Вот так. Я хотел голубку показать, вот, которая зашел, я что-то она кровавила ее. Видите, коробка вот закрывается. Она двухэтажная коробка. Ну-ка, давай. Давай-ка сюда. У нее ножки какие чистые. Видишь, какие, смотри. Какой у нее шиньончик на голове. Она спокойная такая. Ей надо показать улицу. Вот улицу, если она увидит, может быть, заинтересуется. Летает она или нет, еще не знаю, но крыло поврежденное было. Ну вот это теперь если тут не возьмешь. Вот она, чтобы улицу она увидела. Ну-ка посмотри. Вот там кормушка воробьям. Ну, я ее нигде не выпускаю, тут у меня кошки сразу поймают. Тут, опа, вот крылышко, видишь, какое? А здесь крылышко, если поднять, вот оно какое. Вот запеченное. Но она им машет. Вот, видишь, что она порезала его. Крыло совершенно действует. Теперь я ее за ножки возьму, показать, что она, вон она, крылышкой машет. Ну, она у меня тут ожила, она замерзала там, сидела. А теперь тут она ожила. Ну, потом подправиться я ее туда запущу, а парочку сюда принесу, чтобы утро ворковали. Люблю, чтобы под воркование просыпаться. Красота-то какая. Это не кошки, как Шарихов говорил. И слоны тут не нужны, это голуби. Вот им даю пшеницу, дальше горох лущеный и семечки, вот ей тут. Ну и крупнозернистый песок с солью. Вот она где. Вот так.
Вот она осталась. Так, охота сюда, что ли? Тут никак нельзя. Там кошки у меня. Нельзя. Вот я его теперь все. Я бы ее тут даже допустил, приучил к этому, к пале. Паля их не трогает. Ну, пока не знаю. Да. Чтобы на здоровье не отразилось у ней. Вот все, наше утро. Сажусь. Все, слава богу, поехал. Вот Юрий Соболев пришел. Смотри, еще он пишет. Мир вам, братья. Понравились ролики про ремонт печки и скайп. Что нам делать, мужи, братья? И уже слышал многое от вас ранее. Ты и знаю, а смотришь, а тут новое что-то открывается. И там истина, когда я с любовью невозможно насытиться. Спаси, Христос. Единственное, когда вы без микрофона беседуете, тихо слышен ваш голос, Игнатий Тихонович, в отличие от собеседников. Но мне сказали, и так слышно, а также мне надо надевать. Я раньше надевал его. Вот он лежит у меня сразу. А в нем не слышно ничего, я только ради микрофона. Вот микрофон. Микрофон. Так, подожди, что тут такое? Вот микрофон, чтобы был рядышком. Вот так вот. Это купил мне, и колонки купил Сергей Козлов, парализованный. Где он там? Ой-ой-ой, как он страдает. Мы все молимся за ним. Вот показать наши ресурсы. И вот наш форум. Во свете Библии. Вот он как выглядит. Ну, посещаемость небольшая. Около 300 человек. В среднем бывает 250-300. Мы его не можем никак раскрутить. Это невозможно. Православный видеоканал. Вот все как положено. И... Ну, это тут один, что тут, во свете Библии. Вот 4 ресурса, я на них тут и пасусь. Этот почти не бываю. Форум тоже мертвый стоит. Так, приходят люди, уходят, молчат. А вот здесь идет переписка. Вот даже здесь сейчас, вот Юрий зашел. И сразу я смотрю, кто. День рождения у кого. И это меня трогает. Я ему сразу пишу, что праздновать нельзя. Вот так. На этот канал. Все на этом. Кто какую фотографию полюбил, занятия по Святой Библии после литургии. Кому это понравилось? Владимир Полкопин. Какие фамилии-то не сразу узнаешь. Вот так. Слава Богу. Работаю. 16 часов сижу, 14. Все, да? День. А как? По-другому никак. У нас очень большой ресурс. 8 тысяч. Это можно даже узнать сейчас поточнее. Вот я сейчас заряжу. Вот он где. Так, это я куда должен уйти сейчас? А вот здесь вот зарядить. Зарядить канал. Так. Игнатия Лапкина. И вот здесь показывает. 8 814 видео. Что она дергает? Это вот нули. 8 814 видео. 8 тысяч. А 9 527 подписчиков. А результаты какие-то, я не знаю, что это такое означает. 8 814 видео. Не чужие. Нет, это наши. Ну и посещаемость тут показана какая. 9 миллионов не посещают просмотров. 419 250 просмотров. И вот я когда смотрю подписчики. Подписчиков 9 тысяч, а просмотров совсем намного разница. Как это так? А мне говорят, что ну как-то так, что подписались, им материал поступает, и они как бы в счет не берутся, а кто новое приходит, не знаю. Цифра подписчиков 1000, а посещаемость не 1000, меньше. Хотя бывает и больше, даже 1000. Есть такие по 260 тысяч у нас. Ну вот так, это я заготовил, тут замки надо снимать по библейским. Где Библию там и другое.
Богу нашему слава.